К сожалению, еще раз, не хочу никому портить настроение, но все знают прекрасно, что в украинской столице уже практически не бывает перебоев ни со светом, ни с электричеством. Украинцы не сидят без света в последнее время. Самый продолжительный блокаут длился, по информации того же Кличко, 10 часов. Все американские пропагандисты указывают на то, что, ну, не получается, или мы не ставим в последнее время перед собой цели заставить всех страдать на Украине. Да, то есть вот такая вселенская скорбь, что люди не страдают. То есть сама по себе вообще постановка вопроса, вот, что украинцы должны страдать, вот, ну, она чудовище там, да? Страдают-то они. Да. У кого вкусная точка? Да. У них, а у нас Макдональдс. Да. Вот. И они этот. И они вот с вот этими вот хлебальниками там, грустными, там, да, они, конечно, уже не могут не признать тот факт, что ситуация далеко уже не та, далеко не зашла не туда. Вот. И с этим, соответственно, что-то нужно делать.